сейчас собачку, которую возили во Владимир, мы в теплое помещение поместили. Мисочку ей с кашкой, немножечко с бульончиком. Вот пьет водичку. Сюда поместили вместе с Даночкой. Даночка, я надеюсь, ты вы подружитесь, не будете ругаться. Данулечка, ты у меня умная девочка. Да, умная девочка. Все, все, моя девочка, все. Надо тоже, ты понимаешь, она тоже ведь выброшенная, старенькая, больная. Вот сейчас подстилочку подстелили под батареей теплой. Вот, все в тепле, не на улице. Да, помогаем, спасаем. Обязательно надо. Что ж теперь делать-то?